Я уже записывала ролик о том, что я всю ночь вот этот пятачок перед домом очищала всю ночь. Вот. И, естественно, снега выпало столько, что вообще невозможно. А так как я всю ночь не спала, я решила поспать. Немного хотя бы, когда прекратился немного снег, я решила поспать. И я увидела, у меня обычно свет включен в коридоре. А я смотрю, что-то в коридоре вообще потух, значит, это свет погас. Интернет, естественно, не работал. Думаю, хорошо, посплю. Только я, как говорится, задремала. Вот. И что вы думаете? Меня разбудил какой-то телефон по мобильному. Я обычно не беру, не поднимаю трубку, потому что сейчас активизировались мошенники. Они без конца звонят, ищут добычу перед Новым годом. Я как-то уже снимала ролик о том, что они мне на телефон звонили. У меня два мобильных, два городских номера. Кто-то там позвонил. То она представлялась мамой, то потом дочкой, потом черти кем. Представлялась то снохой, то еще кто. В общем, перебрала всех родственников. Потом перешла на соседей. То же самое было по второму номеру телефона. Вот. Я поняла, что это мошенники активизируются. Я не стала поднимать трубку, но этот звонок меня разбудил. Думаю, зараза, я такой хороший сон видела. Дворец какой-то сказочный. Я попала в какую-то сказку. И этот звонок, все прям одним звонком, все исчезло. Какой там сон уже? Пришлось встать, тепло одеться и пойти чистить дорожку до курятника. Расчистила дорожку до курятника, дочистила дорожку до дров, принесла вот эту тележку дров, она у меня там в коридоре, потому что сверху немножко снег попадал, и я туда складываю в коридоре, когда снег вот этот весь растает, тогда только заношу в дом, чтобы можно было топить. Сегодня я еще не топила печь. Вот, я экономлю, топлю только один раз вечером. Что делать? Надо экономить. Экономика должна быть экономной. Поэтому я не топлю. Я положила себе тортик на обед, но так как мне пришлось перезаписывать ролик, тортик я, конечно, кусочек съела. А ранее я уже снимала ролик, какой у меня красивый тортик сказочный был. Так что сказка, что наяву, что во сне, улетучилась. Вот так. Но я еще не все рассказала. А это уже следующий сказочный такой рассказ будет в следующем ролике. На этом я заканчиваю.